Огни ночного города загораются стараниями руководителей крупных предприятий и частных предпринимателей. В Златоусте по поручению главы округа организован смотр-конкурс «Лучшее тематическое оформление организации и предприятий» в рамках подготовки к празднованию Нового года и Рождества. Уже сегодня в разных частях Златоуста появляются новые объекты световой архитектуры. К примеру, на пересечении проспекта Мира и 40-летия Победы внимание горожан привлекает новый объект иллюминации. Работники Уралпромпроекта украсили офис своего предприятия подсветкой в виде российского триколора. Эффектные насыщенные краски в темное время суток дают специальные фонари, оборудованные фильтрами. Я думаю, главная идея была в том, что глава города проехал по городу. Это, наверное, где-то май, июнь, а может даже чуть пораньше, и говорит, можно что-нибудь сделать приличное к Дню города. Ну, мы посидели с архитекторами, с нашими, я имею в виду, в институте, и придумали вот такой флаг. Я думаю, что он понравился всем, мы его включили перед Днем города. Сегодня у проектной организации украшен не только фасад. Иллюминация появилась и рядом со зданием, на деревьях. К Новому году инженеры Уралпромпроекта хотят нарядить еще и праздничную ель. Поддержать стремление к красоте и превратить Златоуст в сказочный новогодний город администрация округа призывает руководителей всех организаций.